Я сегодня с утра же листала и нашла стих, который, ну вот есть уж какие-то стихи, которые я там писала в 16-17 лет. То есть такое вот ощущение, я сейчас прочитаю, как будто это чужие стихи. Ну то есть вообще другой, ну вот как у другого человека уже была. Но тем не менее, а почему она, ну то есть как-то я думаю, вот. Гучево. Гудоперчивый мальчик. Вдоль по карнизам я хочу к вам прокрасться вечерним боем, весенним боем. Оказаться пусть сном, пусть игрой, пусть капризом. Тем не важно, хоть тенью прийти к вам домой. Прокатиться мечом по дорогой ребенку, прыгнуть на руки кошки, свернувшись клубком. Гудоперчивый мальчик, тихо и тонко, поздней ночью по крыше, без молока. Thank you.